пока ничем не сильно не отличается от Вашингтона. Но бензинчик 3,83 я видел. Это круто. Приехали к отелю, а тут лоси Это не олени, это лоси. Знаешь, каким копытом дают? Интересный факт из Йеллоустона. Чипсы надулись. Из-за того, что высоко сильно в горах. High elevation. Как вам такие чипсоны? Горячие, да? Наша делегация. Короче, мы наняли этого гида, чтобы нам рассказывал. Теплая вода? Да, горячая тут такая. А снизу эти, как кораллы. Тебя арестуют, дед. Когда-то, наверное, оно взорвется. Как называется трейл, Дим? Идем к гейзерам. Ну, а медведи тут лазят. Надеемся, мы их увидим.
Флорида – это место номер один, которое меня впечатлило. Все, чайник закипел. Здесь делают рошен, белый шоколад. Казалось бы, як таке может быть? Дима, думаю, скоро оно взорвется все, не? Наверняка. И думаешь, придется ему конец? Да. Отсюда? Ну, шум уже под землей, это так кипит. День второй. Идем к цели, да, Дима? Идем. Да, сегодня у нас поставленная цель пройти этот район. Операция называется Бизон. Firefall and Bizon. Привет, Бузик!
Бузя! Бузя! Дима, чуть-чуть надо, да? Ух ты, красавчик какой! Он что-то нашел. Там мужик. Самые отважные решились на хайк. Сейчас мы будем смотреть самое красивое место. Аллилуйя! Мы сделали это. Что это за супервью? Короче, сделали мы 2 майла хайк. И сейчас нас ждет что? Old Faithful. Old Faithful. Old Faithful. Переведи. А кто его знает? Лейзер какой-то. И какое-то крутое там здание, по идее, можно быть. Сейчас заденем карту и вперед. Будем искать бизона. Мэри Благодарь. Ну что вы, туристы? Best honey, huh? I can prove it. I can prove it. Can I drive? Best honey in the West. Best in the West. How much does it cost? Yeah. Mm. It's good. 2 world championships. Really? One at Istanbul, Turkey, 100 plus countries. One small one is $7. What? Over 400 honey entries, gold medal. And again in Montreal, the same thing. No, this one. Yeah. Okay. Ми йдемо в надії, що цей гейзер скоро рвине.
скоро буде извергаться. Тетенька каже, что сегодня... Тетя рассказує, що 8 тисяч галонів води, що це таке, і воно зривається. Average 150-180 фіт висоту. Так, у нас привал. Вот тут на лайке. Будем жарить, шкварить. Может быть лучше, да, Дима, сало на белую сторону с килькой. Самый голодный Тима. Потом сожрать два бургера. Светка тоже расстроилась. Хотела видеть медведя. А? Придется ей видеть бизона. Что случилось, я не знаю. Но счастлива. Счастлива. Катюха тоже довольная, взял бургера. И Танька проголодалась. Эрик, будь джентльмен. You know? No. Так, чье мороженое самое вкусное? Просто сегодня? Читай сегодня. Пашка, что-то классно? Wyoming ice cream. The best of the best. Strawberry and Barbie. On the bottom. Barbie on the bottom. Thank you.
напугал.